Как же я сейчас испугался, когда чел в Хеллесте убил Баласа. Я подумал, опять капты, блин. Короче, не знаю, что тут было, я просто зашел, посмотрел. Но что делал Балас на респе Вагас, этого я не знаю. Ладно, не суть. Короче, я посмотрю, что он делает там, Балас, если он не вышел. Так. Ну, он просто стоит, но там уже репорт пришел на 124-го, что он ДМит. Правильно же? Да, ДМит. Цель НРГ 500 минус. Типа, видимо, не достиг ее. А кто написал на него репорт? Просто его в Киллесте нет. Где этот репорт-то? Ладно, забудьте, я его потерял, я дурачок. А, 679-й написал. Это не он там стоит? Не, это не он. Этот чел поехал дальше. Ну, я даже не знаю, ДМщик ли он или нет. Тут сложно сказать на самом деле. Можно, конечно, чекнуть опять-таки историю наказаний. Кстати, почему-то... Ну, сейчас скажу. А, помеха, выселен... Не, у него вообще ДМа нет. Может, он случайно задемил, конечно. Есть такие игроки, которые если демят, то раз в год. Ладно. Чё? Чел пишет. Ща ебану их нахуй, сука. 835. Мне интересно. Так. Кого ты тут собираешься? А, так ты с мобайла. Ты, по идее, никому тут ничего и не сделаешь-то. Правильно же? Но они там на ловле стоят, видимо, тачку ждут. Офигеть тут народу, короче. Так вот, очень много людей на протяжении большого количества времени пишут мне в комментариях, типа, а как так происходит, что ты пишешь команды на русском, а они принимаются с сервером, там все работает, типа, что за скрипт, как, где его скачать, скинь там ссылку, пацаны, это в лаунчер встроено, я играю с лаунчера. Ни обход, ни херот, ничего такого у меня нету, просто лаунчер, где в модлодер закинуты моды из моей сборки, все. И вот, кстати, ответ на вопрос, как я поставил сборку на лаунчер. Просто взял моды, вытащил и закинул их в папку с игрой в модлодер. Все, никаких секретов нету. Тем более у меня комп, как вы знаете, новый уже очень давно достаточно. И он все это без проблем вывозит. Здесь 140 FPS. Ну, в принципе, у меня ограничение стоит, поэтому может быть и больше. Ну ладно, хрен с ним. Короче, пацаны стоят тут. Этот пригрозил кого-то тут снести, но опять же он... он ушел в АФК. Но навряд ли он что-то кому-то сделает. Ну-ка, 4-3-4. Кстати, в прошлом ролике вы меня кое-чему научили. Сказали, что там тип один, мент, использовал дубинку в бою. И типа это запрещено. Я, если честно, особо этого не знал, поэтому не наказал его. Но надо будет еще изучить правила этих ментов, всех поведения, что можно, что нельзя. И их тоже наказывать, потому что, оказывается, и среди ментов есть такие, знаете, типы-то обалдевшие. Но эти, я не знаю, навряд ли не нарушают, они просто катаются, может, патрулируют там, ищут кого-то. Тем более, они СФПД, то есть они в своем городе. Херни не творят, вроде как. Так, зашли что-то в больничку. Может, тут какой-то преступник есть, типа, или что? Так, куда он направляется? Тут никого нет. Ты кого-то принципиально ищешь, что ли? Ну-ка, погоди, мне аж интересно стало. Чего это они так забежали, знаете, прям... Как будто реально кого-то ищут. Тут куча бомжей. Ушел. И чё? Ладно. Я не знаю, что с ним сделать. Сейчас я посмотрю, короче, историю наказаний. 4-3-4. Чё это написал вообще? ЖБ состо... Демарган. Он что-то стреляет по всем. Он еще... Короче, не, ему варн выдам. 4-3-4. Нон, РП. Коп. Но я сейчас зайду за спек за вторым, тут где-то второй бегал, не? Что происходит? Спасибо, да, по допе. Но это, конечно, жестко. Типа, чел зашел, кулаками бьет там, типа, типов сливает, тазером херачит, типа, ну, ничего в чат не говорит. Мне кажется, что это бред. О, 309-й там тоже приколясы мутит. О, с плюс С, походу, к 100. С плюс С. Сбив, плюс ЖБ, чел. Хуя глотать. Какой-то злой чел. Ну-ка, давайте его чекнем, что ли. Так, у него, короче, ЖБ-АДМ. Разбанен. Шо? А он был за... О, его уволили, походу. Выселен. Все. Доигрался, мужик. Ну, тут у него ТК есть, кстати. Нарушение правил военки. Неадекват. Его банили на 3 дня за неадеквата. Ну, понятно, короче, ладно. Тисчитами, бро! Так нельзя. Ого, интересно. А какие у него могут быть читы? Он что, с салом, что ли? Сбил анимку. Это плохо. Какие читы? Скрепки. Что? Какие еще скрепки, блин? Стремная тема, если честно. Ну, короче, его уволили. Он садится, я так понимаю, в свой мавер и сейчас куда-то полетит. Я что-то хочу за ним последить, потому что я захожу, он сливает ментов. Видно было, что там были сбивы плюс цеда, и тем более менты сами подтвердили это. И еще и в читах его обвиняют. Это, конечно, очень интересно. Но он сейчас пошел, видимо, на респу групп, чтобы тут инвайт получить или что. Тут только пончик какой-то бегал. Он там стоит. И все.
Смысл как бы от этого пончика он тебя точно не примет. Он железный человек. Позови девятку. Пожалуйста, жди. Или лидера. Так, он что-то надел броник, короче, взял дигл. Интересно, захавался. Надеюсь, он никого сливать тут не собирается, блин. Но пока просто бездумно бегает, скорее всего, ждет. Я надеюсь, реально он не будет творить чушь. Скоро? А как он может знать-то, типа? Наверняка ему просто ответили, типа, что едут там или что-то типа того. За мной фибы охотятся. А ты по ним с плюс С, да, херачишь? Гениально. Я их унизил, бля. Но тебя обвинили в читах. Мне кажется, если ты играешь с читами, то униженный тут ты. Я не утверждаю, конечно, я этого не видел, но все же. Я так понимаю, ты не дождался, решил дальше, да, полететь? Ну, понятно, что. О, поджал спидхак, ничего себе. Ты что, с читами играешь, что ли, слышишь? Видели, типа, он взлетел, короче, и дернулся вперед. Неприятная херня. Так, и что ты тут задумал теперь? Это, конечно, мог быть не спидхак, а вот это вот премиум маверик базару, но все равно. Опа. Ну, это уже премиум, да, пошел, потому что я на такой херне летал, не очень удобно, я обычно все это снимаю. Ну, вот это, конечно, интересно. Вот это прям вообще прикол какой-то, знаете, он прям четко вверх полетел, я даже не знаю, это вообще чё? Может, реально чел софтер-то все-таки? Потому что строго вверх на премиум маверике я не летал, а он вот как-то смог. Я помню, что мавер может прям четко вперед лететь, знаете, когда у вас вот это стоит тюнинг этот вонючий. Короче, хз, реально сложно пока определить, потому что все-таки маверик, но я за ним послежу. В любом случае, если что-то подожмет, я его спалю. Так, он пытается, видимо, прочекать респурифы, но там тоже никого. Поэтому нужно дальше. Что-то он как-то трется подозрительно около респы постоянно грувовской. Здесь никого нету, и чё? Все те же люди. Где, бля? Уже психует, короче. О, йоу. Железный человек пришел на инвайт. Ты девятка? Но чел ему ничего не ответил. Все, чел уезжает, а он пытается по нему стрелять, но правда не попал. Но с плюс С в любом случае это сделал. Короче, чел может фастить. Где он? Где девятка? Что ты копсишь, что ты психуешь-то, я не понимаю. Какой-то нервный, блин. Ну что ему остается, обратно в Мавер садиться. Понятно. Куда направишься в этот раз, друг? Подожмешь у нас что-нибудь интересное-то сейчас, пока ты медленно летишь. Сейчас, по идее, должен сработать премиум. Так, он, я так понимаю, летит обратно на респу. Вагас? И шо? Ну, прилетел ты сюда. Тебя ж только-только уволили. А! Вот так вот, а? Тут, походу, у типа склероз или чё? Он же только что его уволил. Да, интересно. Так, он заходит уже на этот, в интерьер. Но здесь он никого вроде не трогает. Может, в АФК сейчас встанет вообще. Короче, у какого-то матраса встал. Наверное, ему удобно, ладно. Смотрит телефонную книгу, сейчас кому-то будет звонить, я потом за ним вернусь. Там что-то какие-то эти рифы разбушевало. Смотрите, кью-лист разноцветный, но при этом от рифы все эти приколясы. Ну-ка, кому он звонит? Что там? Что хотел? Мусор ебаный. Ага, вырос гангстером. Понятно, короче. А, так это аирдроп. Ну, понятно все. Тут что-то типы стреляются друг с другом зачем-то. Так, 904 ДМЗЗ. Шо? А кто репорт написал? Точно ДМЗЗ? Какой ДМЗЗ тут тип... Понятно. Я ничего не могу сказать. Но вот там все-таки типы затыкашли друг друга. Блин, я не знаю, можно ли вообще фастить на аирдропе. Так, а этот чел только что тоже тыкашил, кстати. Зачем-то своего слил. О, бьет опять кулаком. Зачем? Что он тебе сделал? Что ты делаешь? Я тебе сейчас варн выдам, если ты его сольешь. Серьезно тебе говорю. Видно, что ты специально это делаешь. Так, и чё? Опять ударил. Да ты заколебал его бить. Что ты мутишь такое страшное, друг? Ну, короче, хз, он просто бегает. Я не знаю даже, типа. Вам помочь? Это ты врачам говоришь или чё? Так, а этот все еще здесь стоит. Ганстер. Есть, конечно, подозрение, что чел играет с софтами, но, блин, выследить это будет очень сложно. Прямо очень сложно. Потому что, видите, он просто стоит, ничего не делает. Это надо прям, знаете, сидеть у него в спеке и не вылезать просто. Но это прям сложно на самом деле, потому что от того, что он ничего не делает, только скучно становится. Может, у них капт какой-то будет, раз он тут стоит, что-то затаривается. Короче, хз. Но пока он ничего противоправного такого прям не делает. Репортов на нарушителей особо каких-то нету. Ну, короче, ладно, пускай пока стоит, я зайду вот за этим типом. Это кто? Это гражданский. Но
Ну да, мне показалось, что он в форме полицейской, но нет. Короче, он на полицейской машине. Кого-то только что слил из ацтеков и уезжает. Возможно, чел-ДМщик. Давайте даже сразу чекну его историю наказаний. Потому что я сейчас ники не особо запоминаю. Так, у него есть адекватнее. Капс флут. Что-то как-то это... А я его глушил даже на 30 минут за капс. Не помню за что. Ну да и ладно. Там на фоне чел идет с фамилией Доуп. Руки за голову, работает полиция Лас-Вентураса. В смысле полиция Лас-Вентураса? Ты гражданский. Сейчас от тебя будет полиция. 848-180-DM. Как дела? Все? Ему пишут, лох. О, этот чел все-таки вышел с инты. Так, что задумал? Надеюсь, не в Мавер свой сядешь, вонючий. Нет, походу в Мавер все-таки. Да что такое-то? Ты что, без него жить не можешь? О, ты сел на этот, на горник. Только вот я не знаю, горник с ТТ? Вроде без твин-турбо. Хорошо, давайте последим за ним, потому что мало ли все-таки чел-ДМщик какой-нибудь. Или плюс цешер. Фиг знает. Блин, опять он занимается какой-то ерундой. Он просто катается и все. И смысл. Мне прям хочется его спалить. Я, кстати, замечаю то, что какой-то Unway Scream на фоне уже не первый раз своих сливает, видимо, на аирдропе. Что за чушь там происходит? Обычно таких наказываешь, они потом пишут в этом, на форуме жалобы, типа, мы с другом просто пвпшились. Бла-бла-бла. Это что там было, вы видели? Мне показалось, там чел летел. 277, ты что там порхаешь, ты слышишь? Мне аж интересно. Ни хрена себе. 31 левел, он так летел по небу, как будто, блин, на читах. Надеюсь, что нет. Но там 309-й это. Где ты там есть-то? Блин, я сейчас его потеряю. Он уже куда-то попёрся. Причем так упорно, знаете. Наверное. Нет, он, блин, просто вокруг катается. Что ты вообще ищешь? Так, как-то он проехал интересно и не упал. Ну ладно, не будем на этом заострять внимание. И опять ходит. Наверное, весело тебе так играть, да, братуха? Сколько нимб стоит? 5 миллионов. 5 миллионов? Нимб? Ну, я думаю, что он рофлит. Фига дешевый. Я сомневаюсь, что он так подешевел. Вот тачечка. А маска черная. Ладно, у этого типа слишком веселая игра. Я не буду в нее лезть, потому что, ну, как бы, ну, что это? Ну, я не знаю. Удачи, успехов, 649. Что там у тебя? Опа, ты кто вообще? Интересно. Так, у чела... Урон плюс 10 аксы есть, он гражданский, бежит зачем-то по притону, тут никого нету. О, тачка того типа, которого я наказал. Так, он зашел уже сюда, но тут никого нет, как будто кого-то ищет, знаете. И не предугадаешь даже. Ну ладно, что я туплю, что я давно забыл, что можно чекать наказание. Посмотреть вообще, что за игрок. Так, у него есть армор в бою. Это у него два варна было, нифига себе, из трех. ДМ, ДМ, плюс С, ДМ. Снят лидер Вагас. Это его сняли, он начал творить петушатню вот эту вот, что ли, или что? А сколько у тебя тогда сейчас варнов, слышишь, 649-й? Два варна, так и есть, то есть он ничего не снимал. Да у него аккаунт-то пустой. Типа два ляма на руках, копейки какие-то и 37 тысяч на депозите, да. Это что, чел... Был на лидерке и не нафармился, что ли? Да и в инвентаре-то особо ничего серьезного нет. Какие-то наборы для починок, крылья плюс один. Ладно, я во все это не лезу. Но аккаунт абсолютно пустой. Но мне интересно, куда он направляется. Надеюсь, не на респу, а к волкам для того, чтобы их там как-то поискашить. Хорошо хоть хотя бы без читов, по крайней мере сейчас. Потому что, знаете, обычно, когда типы долго куда-то бегут, они еще какой-нибудь кликварп подрубают, там, или телепорты всякие. Не, кстати, не пошел на респу, я так понимаю, не будет он искашить. Но по истории наказания, блин, опасный чел. Он, по идее, должен вообще бояться что-либо делать на сервере. Потому что у него два варна, еще один варн, на 10 дней улетаешь просто в бан. Но я за ним послежу, потому что я же зашел, получается, по килл-листу за ним. И он кого-то слил, сейчас он плюс цешил. Соответственно, можно сделать чисто предположение, что чел-то, ну, способен нарушать, по идее. Так, достал дигл еще раз. И куда сейчас побежишь? Не, никуда. Видимо, еще один игрок, у которого очень веселая игра.
просто бегать и все. Даже, кстати, респа грув пустая, куда-то все из гетто свалили. Сейчас, в принципе, да, эти все обновления, люди там фармят АЗшки, там какие-то темочки мутят. Но все равно находятся иногда такие, которым как бы не до квестов. Прикиньте, вот по идее чел мог бы сейчас квесты пройти, там варн снять, то есть как-то, ну, подразвиться, что ли, хоть немного. А он просто бегает с двумя варнами, стреляет у с плюс С. И ждет, когда ему еще один варн, видимо, дадут или что. Опа, его задели. Начинает стрелять сразу. Не попадает. Да, со стрельбой у тебя, конечно, проблемы, чел. Но вот видите, как бы, уже доказательство еще одно того, что чел может дэмить. Его просто задели, ну типа, ну, ты по идее сам виноват, разбежишь по дороге. Тебя просто задевают, и ты что делаешь? Конечно же, стреляешь в ответ. Это, если что, запрещено. Да еще и с плюс С. Так, короче, он пришел сюда. Варн, ой, варн, инвайт он точно не получит, потому что у него варны. Пока он просто бегает. Ладно, я послежу за ним, посмотрю, что он будет мутить. Дай нарко. Ну да, у тебя хп мало. Кидает сразу ему трейд. Все, походу, ему нарко дали. Нифига там чел. Ну опять этот баг вонючий, блин. Типа чел проехал и взорвался на нулевом хп на тачке. И походу кап начался у Вагас и Грув, судя по килл-листу. Ну ладно, хрен с ними, я за ними сейчас не слежу. Пока что мне интересен вот этот вот игрок, потому что от него можно ожидать все что угодно. Тут, кстати, опять проехал тот чел со взрывающейся машиной. Я не знаю, что это за баг, серьезно, как бы встречался ли он кому-то еще, но это в любом случае не чит, потому что иногда он появляется даже у тех, кто играет с мобайла, и это видно, что люди играют с мобайла. Сквизи, ты? Ну? Шо ну? О, тут ЗЗ, точно, я же забыл, он-то сейчас ударил типа и хп не снялось. О, тут подъехал какой-то бичик с диглом, 416-й, и поехал на респу. Э, ты шо мутишь, слышишь? Он, кстати, его все-таки слил. Ладно. Короче, я его заварнил, но я хочу за 416-м зайти, потому что у меня есть предположение, что он немножечко опасен. Вон, видите, чел, 4-й левел, уже есть дигл. Я сразу чекну его скиллы, потому что мало ли вдруг все-таки. Скиллы есть, кстати, прокачанный Акич. Видимо, задонатил на все скиллы. Вряд ли он их сам качал еще и на 4-м уровне всего лишь. А у него есть какие-то варны, может, что-то еще, потому что он что-то бегает, даже инвайта никакого не просит. Не, варнов нету, кстати. Аккаунт вообще пустой. 3 ляма на руках, и все. Ну ладно, я хоть и 4-й уровень, но все же чекну историю наказания, мало ли он уже что-то сотворял. Выселен. Его откуда-то выгнали, короче. Из какой-то банды, ладно. Блин, 930-й там, походу, начинает раздавать тоже. А, это МП. Все, вопросов нету. Тогда возвращаемся обратно за 416-м. Ну и он тоже тут стоит просто. А, не, все, уже за чей-то велик сел. А, все, велик заспавнили. Хер там. Опять садится, да? Жизнь ничему не учит, что ли? Что ты делаешь? Ты как будто специально целишься по тому Вагасу, слышишь? Ну да, попал даже. Он там чел дигл достал, видимо, в ответку хочет уже стрелять. Но ты первый начал, чел. Если ты сейчас еще раз выстрел сделаешь, я тебя посажу. Так, он целится, и чё? Успокоишься? Или тебя придется посадить на часик? О, тот чел тоже целиться стал. Ну и шо? Он, кстати, со сборки играет, без лаунчера. О, по нему попали уже, все. Он в ответку начал стрелять. Но в любом случае он первый начал, поэтому на нем вся вина лежит. Что он сейчас будет делать? Вот куда он бежит? О, и этот чел стреляет теперь по кому-то, по нему зачем-то. Что это за дичь какая-то? За что? Ну-ка, 490. Ты кто, блин? Ладно, я тебя посажу за ДМ, конечно. Ты даун! Это ему уже сказали, ладно, посиди. Проблем нет. Он реально просто подошел, начал ему в спину стрелять. Ой, бля. Ребята, если вы любите халяву, раздачу АЗ-шек, виртов, различные конкурсы, то не забывайте о том, что у меня есть свой телеграм-канал, в котором регулярно проходят конкурсы, в том числе и сегодня конкурс. Поэтому не упускайте халяву, первая ссылочка в описании, скорее залетайте, вступайте, общайтесь. В общем, все для вас. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что данный ролик снимался на сервере Arizona Saint Rose, я играю и снимаю только здесь. Если вы хотите попасть ко мне в видео или встретить меня в игре, то прежде чем сюда идти играть, помните о самом главном, вас на сервере ждет очень крупный бонус, смотрите.
Если вы укажете при регистрации мой ник вот так и всего лишь на 5 уровне промокод хэштег ДАПО, то за эти 2 абсолютно простых действия вы получите больше 1 000 000 вирт на руки. Эти деньги вам очень пригодятся на начальном этапе игры, поэтому скорее заходите, играйте вместе со мной, я уже на сервере и каждого из вас с огромной радостью жду. Ну а в прошлом ролике побеждает вот этот вот игрок, он выиграл от VIP. Добавляйся ко мне ВКонтакте и прикрепляй сообщение со своим ником, я с тобой свяжусь и выдам тебе приз. Но если до меня будет не достучаться, то пиши в комментариях у меня в Телеграме, я читаю все там комментарии и тебя обязательно замечу. Ну а сегодня, как обычно, новый конкурс и разыграем мы 3000 АЗ монет. Чтобы их выиграть, нужно просто оформить подписку на мой канал, поставить лайк на этот ролик и в комментариях оставить свой ник на Аризоне Saint Rose, и все. Аккаунт может быть абсолютно любой, даже с самым первым уровнем. Хоть сейчас заходите, регистрируйтесь, начинайте играть, развиваться и уже спокойно участвуйте. В общем, всем желаю удачи в конкурсе, спасибо вам за просмотр, залетайте в Телеграм, с вами был Дапо, скоро увидимся.